Яна! Не поднимайте этот бодик! Еще котика. Вот у нас котик, который купается, издает странные звуки. И вот что, девчонки. Котик. Ну, котик. Диана, котик. Одна там. В общем, упала Дианка, но не плакала. Мы ей сразу ручку потемали и отправили бежать дальше. И вытерли сопельки. Затянулось у них это дело болезненное. Сопли с кашлем. Но ночью спят хорошо, только днем кашель. Буду сегодня вечером звонить всем врачам. Изюш, баса, давай дома будем. Изюш, давай дома кушать будем. Изюш. Зюська. Давай будем дома кушать, хорошо? Дома будем, моя умничка. Наконец-то мы без теплых штанов. У нас еще пару дней будет тепленько. Ну, чуть прохладнее, но все равно. Уже не 4-6 градусов днем, а 8-9-10. Это у них любимое занятие по кругу бегать. Мои солнышки. Да. Ну, вот так вот погуляем. Находим, где можно по кругу и гуляем. Главное, чтобы настроение было, да? Ну вот мы тут погуляем, пока детки не начнут выходить снизу. И заберем Максимку и пойдем домой. Да ты что? Беги. Пухлик мамин. Сестра. Да ты что? Ку-ку. Садись. Вот так. О, приехала чья-то машина. Ну, где сестра любимая? Это дурачится. Ой. Издевашка мелкая. Девашка мелкая. О, попрыгунчики. Зюша, осторожно. Где сестра? Вон она. Как мы сестру любим, как? Как любишь сестру, покажи. Не хотят. Окей.
устали. Наконец-то! Угу. Ты за коробкой катался, а? Чего кричишь на маму? Поросяшка. Ой, какие вы шумные. Мяу. Зюша, мяу. Зюша, мяу. Зюша, мяу. Кто кися, мамина? Да, мяу, кися, Ксюша, кися. Теперь собачка. Кися, да? Ксюша, кися. Мяу. Только не садись на сестру. Ой, тёмчики. А, сопливые тёмчики. Ну, Изюша, не кусайся. Мяу, кися, иди ко мне, кис-кис. Моя кися, ой, моя кися, еще одна кися, мяу. Все, теперь на коврик, быстренько, на коврик, вот. Молодец, умничка, мамина кися. Зюша, на коврик. Зюша, не ползай по полу холодному. Получается? Ага. Давай. Грати. Рисуется? Получается? А что ты нарисовала, лапка? Еще? Не, больше не дам. Ты хочешь блю? Получилось, да? Джалю. Да, я вижу, моя хорошая, вижу. Да, джалю получилось, да. Ручки вытерли, да. Ручки вытерли. Так, берем следующий. Ой, упал. Упал розовый, да? Мокро, да. Мокрые ручки, да.
Они иначе не вытрутся. Кстати, браво. Что, серьезно? Ну, еще лапу. Ай, упал, поднимай. Мука. Кто такая мука? Хрю-хрю там. А, это хрю-хрю такое. Это хрю-хрю. Ага. Кай? А, точно, Кай хрю-хрю. Кай, большой, страшный Кай, да? Вытирай ручки. Вытирай рисунки рисующие. Девчонки тянут вниз. Из этого открывается дверь. Макс, чтобы они не тянули вниз, дверь не открывалась. Тянет ее вверх. Ручку. Вот, подтягивается и висит. Подтягивается и висит. Что такое? Это классно висели. Что случилось? Все, Макс, не хотят больше. Монстрики. А, рисовать вспомнили. У них там разукрашки. Монстрики. Это вообще классно. И довольная. Эй, Вонючка. Ого. Ты что так громко? Аж рычит. Все, закончилось у дяди. Все. Ку-ку. Скажи ку-ку. Ку-ку. И нету никого, да? Все, больше нету кофе. Кофе больше нету. Все, все кофе. Все, больше нету кофе. Кофе, все. Все. Все, нету кофе. Все. Нету. Все, идем играть. Все. Кто тут? Ну кто тут? Ну кто тут?
Подсвет. О! Что там такое в коробочке? Мамина новая игрушка. Ребенок в коробке. А ну спрячься. Какая красота и главное тишина. Тишина, да. Скажи хи-хи, хи-хи, си-си, си-си, хи-хи. Ну, закраска у тебя новая, да? Закраска новая, хохотуська моя. Прячешься? А ты чё ноешь? Поймалась плакса нытечка наша. Карпики? Да. Карпики. Что, будем... Ой, кто там расчихался? Будем мерять? Да, будем мерять, да. Мама, помогай, да? Сейчас. Кто там самый сильный? Да, тут уже и кровать перевернули. Нападай, нападай, нападай! Молодцы, а то по одной не канает, он нас заваливает. Завалил, брат. Брат завалил. Завалил. И друг друга еще. Осторожно, ты.
Пожалуйста, давай, давай, давай. Пока игра не загрузилась. Ну. Молодец. Кто бы мог подумать, ребенок сам умеет чистить мандаринки. Да, не, болтушка моя. А Изюша у нас с пультом разговаривает. То как с телефоном, то как с микрофоном. А Дианочка мандаринку себе чистит, да? Первый раз такое вижу. Чистишь, да? Яночка, чистишь? Чистишь, да, чистишь. Я уже повторяю, чистишь. Какие вы умнички. Как вы быстро растете. Красота.